Так, всех приветствую, ребят, на канале Императора Прайма. Сегодня, короче, будет страшный стримец. Хочу отдельное спасибо сказать игроку с ником PinSwin, который любезно мне предоставил игру Quantum Break, которая, ну, как бы есть, ее можно скачать, но, блин, это капец. Везде с ней большинство всяких там этих проблем по установке. Поэтому мне предоставили лицуху. Круто. И одна из самых таких долгожданных игр. Не знаю, я ее очень уже долго ждал. Но мне предоставили ее, поэтому я начну, наверное. Если будет громко, сообщайте. Все нормально. Так. Вова, привет, спасибо. Насчет стримец, так, и в принципе погнали. Я говорю, если будет громко, то сообщайте там, пишите, кричите. Вроде настроил на стандартную по звуку. Так, что у нас тут? Параметры, ядрить. Такое на ассасина похоже, короче, менюха. Элементы управления. Так, звук 100%, экран зафиксировать 30 FPS. Да ни какие 30, иди ты нахрен. Прошлый век. Вертикалка включена. Прозрачность интерфейса. Кстати, вот прозрачность я бы, наверное, выключил. Хотя хрен его знает. Потом посмотрим. Тени высокая, высочайшая. Еще вообще ни разу не запускал, честно. Вот только первый раз вот с вами. Ну, на высоком все вроде нормально. Ладно, поехали, погнали. Не люблю я всякие там легкие режимы. Люблю наслаждаться игрой, а не скилл тут проявлять и всякую такую тему. Люблю рассматривать, так как я все-таки графодрочер, люблю графику красивую, современную, всю вот эту тему. Так, чаек я сделал. Тарахтит, сука, чаечек. Что? От него никому не уйти. Важно только одно. Ход времени нарушился. Возник разлом, ведущий к концу времени. Мы пытались добыть прибор противовес. И заварилась каша. Нас поджидал Пол Сарин. С сверхспособностями. Джек. Как у меня. Ничего не вышло. Джек. Конечно. Мы попрыгали во времени. Джек. Не поспеваете за мной? Не. Я чай делаю. Ладно. С чего начнем? Спрашивайте. Начнем сначала. Сначала. С вашего прибытия в Риверпортский университет. Yes. Riverports in university. Fucking shit, motherfucker. Я приехал к своему лучшему другу Полу Сарину. Он хотел мне показать, над чем работал. И еще это касалось моего брата Уилла. Пол сказал, это изменит мир. И не соврал. Ой! Эй, ты! Смотри, куда прешь, козлина! Отвали! Уйди с дороги! Овца. Овца. Вот поэтому я люблю такие игрушки, в которых есть обалденный сюжет. Спасибо, что подвез. Что ты ему дал? Там орешки? Ты орешки ему дал? Вас не было 6 лет. С Полом мы поддерживали связь, а с Уиллом не особо. Многое изменилось. Как вы себя при этом чувствовали? Просто рад был встретиться с Полом. Так. Ну, скажу пока по оптимизации, не знаю что, но
сказал бы так, что, по-моему, может это размытие, короче. Сейчас сразу вот это размытие точно на мне. Уровень детализации геометрии высочайший. Так, ну тут, наверное, для стрима сейчас все ресурсы хавает процессор. Поэтому надо все-таки i7 мощненький какой-нибудь там. Поэтому все-таки придется уменьшать некоторые настройки. Посмотрим. Так, то если без стрима, то я думаю, на высочайшем все нормально было. Так, сглаживание, так, сглаживание. Нахрен оно пока не надо. Масштабирование. Качество эффектов. Глобальное освещение. Ну, вроде бы. Тут даже ничего и применять не надо, да? Сейчас на всякий случай. Да, да. Все крутенько. О, о, чуть-чуть уже лучше. Так, ну, погнали. Йо. Что это тут? О, я доехал до кампуса. Ты где? Я рад тебя слышать. В общем, иди во внутренний дворик и направо. Увидишь такое забавное здание. Там свет горит. Это физфак. Я тебя там встречу. Да? Приходи скорее. Ты хорош. Так и не сказал, о чем пойдет речь. Я знаю. Жду тебя. Почему было не подождать? Зачем в 4 утра? Да хрень делать, нихуя. Я любил эффектные сцены. Дебилы, точно. Опа-на, что-то нахуй сюжетное в мире, чтобы еще глубже погрузиться в историю Quantum Break. Найдите ранее собранный сюжетный объект, можно в меню. Так. Угу. Эксперименты. Я понял. Цели. Здание физфака. Окей, физфака. Блин, ну по графике так прикольно. Конечно, эффекты тут ничего там. Блин. А небо двигается, нет? Я, блин, люблю всякую хрень эту оценить. Твою дивизию прикольно, красиво. Убеждать уже некого. Пол всегда был жаден до успеха. Энтузиаст. Без него не обходился ни один список лучших молодых профессионалов. А теперь он руководил гигантским проектом в университете. Ты кто, наркоман? Очень для него важным. Эй, митинг закончился. Иди домой. Я здесь не за тем. Погоди тревогу бить. Такой долгий путь, чтобы взглянуть на научный проект? Из письма Пола я понял, что у него тяжело на душе. Ему нужен был друг. Я хотел хоть чем-то помочь. Сукин сын. Джек Джойс! Собственной персоной. Достопочтенный Пол Сарин! Как жизнь, толстосум? Заткнись и иди сюда. С возвращением. Над переводом поработали профессионально. Хорошо. 6 лет. Я уж думал, ты никогда не вернешься. Да, я тоже. Идем. Вот анимации в данный момент очень важны в таких играх. Особенно сюда. Если взять Андромеду, да, которую делали и запарились с анимациями. Долетел вообще капец. Не то слово, спасибо. Помнишь, как мы по Юте катались? А какой был фургон? Я так понял, у Уилла не будет. Он не знает, что мы здесь. Я знал, что Пол по этому проекту советовался с моим братом Уиллом. У меня не было родных, кроме Уилла, но он был сложным человеком. Что, поехали? Ты чего-то не договариваешь. Это насчет моего брата? Все еще переживаешь за него? Если Уилл что-то натворил, то... Джек, старина, пойми, я не просто так держал это в тайне. Наш проект — это прорыв, он изменит мир. Предвижу очередное многословное выступление. Ну что ты? Ой, что это? Неужели презентация моего проекта? Как это кстати? И кто же ее сюда положил? Подумать только. Ладно. Шутки в сторону. Джек, лаборатория здесь. Иди. Блин, небо как прорисовано. Ну умеешь же, сука, делать, а? Так, что ты говоришь там? Пройдите в лабораторию и сядьте за стул. Так. А, вот. Идем, Джек. Давай. Сейчас такое покажу, закачаешься. А ну давай кино.
С Джеки Чаном, Лобак отлично. Показывай свою презентацию. Тебе же не терпится, я вижу. Валяй, ошеломи меня. Ну, как скажешь. Прогресс. Движущая сила нашего вида. Мы научились лечить смертельно опасные болезни. Мы исследовали... О, нет. В нем заговорил маркетолог. Не сбивай меня. Но есть нечто, что тормозит этот прогресс. Само время. Я не ученый, но мне это объяснили так. Мы знаем теоретически, что вращение черной дыры вызывает искажение пространственно-временного континуума и потенциально делает возможными путешествия сквозь него. Я это тоже знаю. Несколько лет назад твой брат Уильям Джойс предположил существование особых частиц, хрононов. Сейчас известно как частицы Майера-Джойса. Они составляют всеохватное поле, обеспечивающее равномерное и непрерывное течение времени. Здесь, в проекте «Променад», мы объединили эти две теории и обнаружили способ воздействовать на это поле. Результаты ошеломительные. И что ты придумал? А ну расскажи. А ну давай. Это не все. Но для начала хватит. Так, сейчас я еще кое-что тут уменьшу. Так. Некоторые там функции, детализации. На среднячок пока поставлю. Глобальное сочетание. Вот это спецэффекты. Ладно, давай к делу. Так это квантовая физика. Конечно. Уилл годами копался в этом руднике. Ты поэтому привлек моего брата? После смерти доктора Кима твой брат был первым кандидатом на его место. Ну такая напоминает графика все равно, блин, ну типа с приставки, с PlayStation, реально PlayStation 4, вот так вот где-то. Ого, финансирование у вас что надо? Что это вообще такое? Это будущее, Джек. Что это за херня? Перед тобой величайшее открытие нашего времени. Впечатляет, конечно, но наука — это же по части Уилла. Я-то здесь зачем? Я не просто так это среди ночи затеял. Мне нужен надежный человек. Ты мне должен помочь убедить Уилла. Да, я подозревал. Охренеть, такая научно-фантастическая, короче, тема. Вообще обожаю космос, фантастику, сам астрономией увлекаюсь. Ну, ты знаешь Уилла. Ну и да, частично физикой не Погоди, очень. Погоди, возьму кое-что со стола. Он поднял шум, напугал инвесторов, кричал про ошибки в расчетах, про опасность. И все без доказательств. Ага. Она работает, но нужна демонстрация, или нам перекроют финансирование. Перекроют финансирование. Не перекроют. Джек, ты знаешь, мне нелегко просить о помощи. Все будет очешуеть, я тебе серьезно. У меня нет выбора. Что ты хочешь? Понимаешь, мои испытания, они не вполне законны. А ты единственный, кому я могу доверять. Не знаю, что натворил Уилл, но я хочу это исправить. Брата я любил, но он был ни разу не подарок. Там уже, по сути, все готово. Только кнопку нажать, но я хотел, чтобы это был именно ты. О, да. Ребятки, сейчас все будет, сейчас все будет. Артикурм, привет. Ну, про армату, да, не спорю. Будет и по армате, конечно, все будет так. Спасибо. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Что мы ходим кругами? Давай, начинаем этот страшный процесс. Нажми вон на тот рычаг с надписью «Хрононопровод». Он активирует ядро. Я проведу диагностику и проверю, все ли стабильно работает. Хронона кто? А, вижу. Поехали. Продолжай нажимать, Джек. А, надо самому, ни хрена себе.
это запускается хронодопровод. Хорошо. Ты уверен, что так должно быть? Все показатели. Что это было? Ядро действует словно мельчайшая вращающаяся черная дыра. Так что при активации возможна небольшая турбулентность. Черная дыра? А мы вообще что тут испытываем? Скоро узнаешь. Сюда. Нужно поднять коридор. Все как в старые времена, да? Немного незаконно и безбашенно. Да-да-да. Мы с Полом немало натворили в прошлом. Но сейчас все было по-другому. Однако я не осознавал, насколько серьезными и масштабными могут быть последствия. Да и откуда мне знать? Но я знал Пола. Он делал вид, что ему все нипочем. Но я видел, что он нервничает. Работает. Джек, она работает. Ты глазам не поверишь. Давай, сейчас, короче, что-то будет стопудово. Вот, возьми. Это ключ для активации коридора. Давай. Нам нужно повернуть ключи одновременно. Мера предосторожности. Готов? Мы словно ядерную бомбу запускаем. Мы же не ядерную бомбу запускаем, вот верно? Вот сейчас и узнаем. 3, 2, 1. Опачки. Черт! О! Что? Коридор. Путник входит с одной стороны, проходит сквозь петлю, выходит с другой. И переносится в заданное время, оказываясь там, где в тот момент физически расположена... Твою мать, вообще обалденная тема, если кто любит фантастику. Стоп, стоп. Это проход для... Ты хочешь зайти в эту штуку? В машину. Сквозь время. Это мать ее машину времени. Мать ее машину времени, я сам охреневший, чувак, ты не нервничай. А ты моим свидетелем. Пол, ты спятил, что ли? А вдруг что случится? Что происходит? Мы уже испытывали машину, она работает. Она готова. Все проверки прошли успешно. Блин, такой фильмец нужен. Насколько я знаю, по-моему, сериал есть, если не ошибаюсь. Все, что от тебя требуется, повернуть тот переключатель. Какой? Сука, давай, дурака, кусок. На 2 минуты в прошлое. Запомни этот момент. Пол, что? Как? Все. Напоминаю. Все в порядке. Матрицу и кучу агентов. Все нормально, успокойся, Джек. Успокойся, да ты. Тебя двое, ты, мать твою, раздвоился. Именно это и должно было произойти. Это он это я. Будущий я, вернувшийся из 2 минут тому вперед. Твой злой двойник из будущего. Получилось. Охренеть можно, ты только... Представь, что это даст. Мы сможем предупреждать людей о грядущих катастрофах. О будущих катастрофах, пресекать на корню эпидемии. Я только что это говорил. Ну и со стороны звучит хорошо. Господи боже. Теперь заходи в машину. Нужно завершить цикл. Ага. Да. Конечно. Подожди, Пол, ты что делаешь? Это все большая петля, Джек. Я должен войти в машину и отправиться в прошлое в тот момент, когда я вышел из нее, чтобы оказаться здесь. А если не войдешь? Нет никаких если. Я здесь, это случилось. Ты же видел, Джек? Получилось? Но это невозможно. Это буквально невозможно. То есть я даже не могу. Не время останавливаться. Нужно испытать другое направление. Поставь ее на 5 минут в будущее. Ты иди ты нахер. Сейчас вот это нахер иначе меня чувствую. Вот доиграемся. Планету взорвем нахрен. Что ты делаешь? Ой. Джек. Уилл? Помоги отключить. Надо отключить ее сейчас же.
Нет, 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 остановись! Замолчи! Он повредит ядро! Погоди, нельзя выключать, там пол внутри! Замолчи, замолчи! Посмотри сюда! Опусти пушку и поговорим. Ладно? У нас нет времени. У тебя мысли спутались, опусти пушку! Господи боже, Уилл! Время скоро закончится. Джек, поверь мне. Иначе что? Останови его! Нет, я должен тебя выпустить. Опа-на, понеслась. Ох, ты епическая ты сила. Нет, 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 о, нет. Нет. А что нет? Ё-моё. Чёткий вообще кто вы. Представляете вообще, короче, тот, кто пишет сюжеты, сколько получает бабла? Вот тупо некоторые киносценаристы, да, чисто для фильмов пишут, а есть чисто пишут для игр. Это просто капец бабла. У меня в ушах звучали слова Уилла. Четкая пятерка. Вообще четкая пятерка за вот это все. В каменный век отправь. Не, ну да, блин, тут это много диалогов. Но я думаю, они рано или поздно сейчас закончатся. И начнется канитель. Это ж типа. Так, ядрит твою мать. Что это за хрень? Посмотрите своего брата. Время. Какого черта? Свою дивизию прикольно. Да какой бред, это нормально. Уилл! Уилл, давай, Уилл. Джек! Эй, Уилл! Чё за херня, блядь? Состояние. Что же мы натворили? Она меня предупреждала. Я знал, что она права. Знал все это время. Я предупреждал. Все, поехали, давай, я хочу себе использовать свои силы. Я как флэш гребаный сейчас буду. Боже, этот там придурок Пол. Давай. Ну давай. Заклинило! Так не должно было быть все показатели! Дальше они. Охренеть! Это, блин, вообще, я бы хотел бы такой фильм. Реально, просто хотел бы. Мне нравится такой фильм. Другого пути нет. Я пройду через машину. О, что? Нет! Джек! Сюда! Джек! Джек! Твою мать, что происходит? Пойдем! Куда пойдем? Мне не хотелось бросать Пола, но помочь ему я не мог. Я не знал, где он окажется. Сюда, скорее! Он здесь! Огонь! Какого черта? Скорее, сюда! Да петляю, петляю, петляю. Сука, как пройти куда? Охренеть, насколько камеру так сделали, а? Джек, твои руки. Идем, пошли. Нет! Вообще шик. Я кайфую, ядрит твою мать. Нео просто в отсосе. Так. Джек. Нео просто сосок, как в этом фильме одном.
из фильма «Танго и Кэш». Он думает, что он Рэмбо. Рэмбо просто сопляк. Вот так первый раз сработали мои способности. Неуправляемая вспышка, которая спасла Уилла. Джек, видимо, близость к источнику импульса повлияла на твое взаимодействие с Уиллом. Сука, я взял с твоего, нет? Что со мной сейчас было? Так хрень его знает. Что вообще происходит? Я тебе об этом и говорю. Блядь, как ствол взять. Я взял? Нет. Я попытаюсь объяснить, только пошли. Да сейчас иду. Я попытаюсь пушку достать, задолбал. Из-за взрыва все поломалось. Если время представить как яйцо, тогда это яйцо разбилось нахрен. Временное яйцо кокнулось. Что? Нахрен кокнулось? Сука, перевод вообще, блядь. Во времени образовался разлом. Он все расширяется. Впереди конец времени и дверь. Чего? Дверь заперта. Мой пропуск аннулировали. Не помогло. Отойди. Я открою. Теперь я открою, а ну давай. Стоп. Проверяем все. Уилл, прячься, еще идут. Они идут. Сюда. Ни хрена шуповёр там. Целый перфоратор, по-моему. Я предупреждал Пола обо всём расчётах. Я пытался заставить тебя меня выслушать. Сунув пушку мне под нос? Да, пушку. Это общепринятый жест, означает «заткнись и слушай». Как всегда без жеста. Общепринятый жест «заткнись и слушай». Бля, вообще охеренно. Тут чисто. А он точно не пошел обратно в лабораторию? Он мог вернуться и подняться... Иду. Чушь какая-то. Как ты вообще тут оказался? Ты нашел, о чем волноваться. Я позвал Пола, ты не знаешь его. За мной. Да ты хрен. Сейчас. Ни хрена не видно. Придется ползти туда. Блин. Бля, я ору, бля. Это вообще. Вот это морда. Сука. Блин. Как-то два наркомана. Вообще, серьезно, наркоман. Ты вообще не в курсе, Джек. Тебя тут не было. За 6 лет произошло очень многое. Это гораздо важнее нас обоих. Хрена себе не личные нас убить хотят, Уилл. Слушай, я меньше всего хотел впутывать в это дело тебя. Я... прости. Ага. Держи стремянку. Хера вы, короче. Разлом во времени будет усиливаться. Через сервера. Нужно устранить его, пока не поздно. Да, блядь, давай. Как? Во-первых, добраться до моей машины. Ты с дверями лучше меня ладишь. Конечно, лучше. Сейчас с ноги 45-м. Давай. Оба-на! Прыгнись! Цель поражена! Огонь! Нас прижали! На! Как я так его? Господи боже! Не надо тут прямо тормозить. Да блин, перестаньте нас палить! Твою мать! А сука, на! На в кабину! Кто тут снайпер, а? Уилл, ты живой? Думаю, да. Но, Джек, это же... Да. Это ни в какие ворота. Мне случалось и пострелять, и побегать, разное бывало. Но против целой банды выходить — это впервые. Открывай. Фигово. Совсем фигово. Оба на лифт. Твою мать. Сколько можно? Снимите его! Осторожно! На них форма Monarch Solutions! Монарха? Какого дела они вас стреляют? Я сам охерел. Эй! Сука! Стопэ! А знаете, что прикольно? Что пульки эти...
Тихо. Я вам скажу такое, знаете, чуть-чуть управление, короче, не сильно качественное. Не прям четко слушает. Время снова взбрыкнуло. Мышка, короче, надо управление. Идти. Чуть-чуть так. Получше есть. Ты слышал? Ну такое, на 70% знают, нормально. 30%. Они знают, что мы будем здесь. Должна быть им нужна машина. Вот, это нормально. Лифт. Другого пути нет. Давай. До твоей машины нам не добраться. Они будут нас... Сейчас, ребят. Параметры, посмотрим, что тут у нас есть. Так, глобальное освещение, попробую вот так вот настроить. Масштабирование, зернистость фильма. А, не, ну эта технология пускай будет зернистость фильма. В принципе, мне вот эта тема нравится. И так. Нам ждать. Придется, Джек, это важно. Чтобы исправить разлом, нам нужно добраться до моей машины. Так, еще раз и медленно. Время поломалось. Это я понял. Но мы можем его починить? Теоретически, да. Я на этот случай кое-что приготовил еще давно. Вот только бы найти противовес. Противовес? Что за... Так. Что такое? Может, двери еще открыты? Так и проверю. Сейчас, ребят, секундочку. Там ссылочку просят сейчас. Копировать. Так. Сейчас продолжим. Так. Сейчас подправляю ссылочки тут. Все будет хорошо. Так, вроде бы все отправил. Можно продолжить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Закрыл. Ну такая процессор хавает игрушечка. Сейчас, ребят, стрим открою, а то не видно. Случайно закрыл. Прямые трансляции. Привет. Не, все со стрима нормально, я просто на этом, на паузе стоит. Сейчас продолжим. Так. Погнали. Давай. Ядрит твою мать. Давай, спасай его, нахер. Уилл? Чёрт, опять застыл. Что так, Q нажать? Бля, что он делает? Мне почему-то удалось разморозить Уилла. Хотя время вокруг стояло. Зависание. Она была права. Насчёт разлома, насчёт всего. Охренеть, сейчас у чувака, дай сюда. Хо-хо-хо-хо, ощутимо. Не, я штурмовку заберу, я нахер гробу видал. Блин, чё не могу стрелять по нему, твою мать. Обезоружил. Охренеть. Теперь вот эту херу. Надо выходить, пока оно не кончилось. Да сейчас, подожди. Где ты есть? Давай. Блин, где твоя машина? Нам сюда. А, к ним просто подходишь и все. И они уже без оружия. Ни хрена тут время. Чувак. Ты посмотри. Она в шоке. Что ты делаешь? Я ее освобожу. Надо выпустить. Давай, Кью, жми. Вс.
все дела. Не хочет. Почему с тобой получилось, а с другими нет? Без понятия. Это баба, что ты хочешь, их не понять. Тут все просто. Посмотри. Она то хочет, то не хочет. Да и только. Что они делают? Зачем? Они забирают всех. Всех, кто видел, что они вытворяют. Круто, замедление времени вообще. Бог ты мой, ядрит твою мать. Эй, ты не полицейский! Я понял. Попадем на стоянку через реакционный зал. Давай, ты уже. Ты сказал, что готовился к этому. Ты знал, что так будет. Откуда? Брэд Уайлдер. Все сложно, объясню в машине. Я охренею, прям эта машина прям как волшебная, как эта золотая, как будто бомбоубежище. А что тут у нас? За дверь! За какую? Сюда? Оба-на. Твою мать, что это? Зависание закончилось. Пока что. Так давай посмотрим за окном, что там происходит. Нет, нет, моя машина! Они патрулируют стоянку. Господи, это же просто... Ладно. Ладно, Уилл. Успокойся, ладно? Не знаю, прорвусь как-нибудь. Возьму машину и подгоню ее. Уверен, что справишься? Нет. Ты уверен, что можешь исправить время? Нет. Тогда мы квиты. Твою мать, ладно. Открыть могу? Хрен там. Вот. Держи ключи. А, спасибо. Эй, Джек. Будь осторожен. Да, хорошо, я буду. Ой-ой-ой, поехали. Твою мать. Какого черта? Охренеть. Мои способности усиливались. Я начал ощущать какие-то отголоски будущего. Или прошлого. У меня приказ от директора. Они хотят, чтобы мы нашли машину, принадлежащую Уильяму Джойсу. Так, ну такая херня есть, я понял. Небось, бортом какой-нибудь или атом. На. И в кого целишься? А мог бы сейчас на пляже в потонге валяться. Какого чёрта? Да и заткнись ты. Ух ты, твою мать. Решаю проблемы как могу, стой. Так, где же твоя тачка, Уилл? Странной тачкой. Чем тебе не тачка? Не нравится ментовская? Нормальная машина. Так, как тачку? Оба-на. Я увидел эпизод из прошлого, как Уилл приехал в университет. Что дальше? Кью. Только бы не опоздал. Я прошлое, что ли? Только бы не опоздал. Понимаю, вот какая-то херня, глюки так. Оба-на. О, черт! Что? Три. До меня дошло. Я мог остановить время в одной точке. Отворите! Вы не понимаете! Уилл! Черт! Я охренеть, что происходит. Где я Уилла оставил? Надо бежать к нему. На, сука, лежит. Если вы его пальцем тронули! Если вы тронули, я вас урою! Твою мать! Где в КДшце? Ай, ты не твой! Сука, время-то я не могу, я останавливаю время, а им похрен на это время. Да, парень. Ныряй. Там трое, четыре. Четверо. Веселуха. Пошел. Сука, кабину прячешь.
Один снят. Да твою мать. Ты бежишься? Да сколько же вас, Корнюков? Да не говори, я сам в ахере. Пулемет бери. Давай, давай, свою магию. Сейчас повеселимся. А так нравится? Меняем планы. Хрен с ней с машины. Надо спасать Уилла. Я сразу сказал, что нахер нам надо. Оба-на. Оба-на. Ты Джек Джойс. Я император. Где мой брат? Где мазафака? Отвечай, судьи. Его повели в библиотеку. Ты их еще догонишь. С чего такая забота? Ты разве не за них? Здесь все сложнее. Слушай, ты бы шевелился, если уже не опоздал. Смотри, если... Тогда вы впервые увидели Бет Уайлдер. Лапшу да. Навешаешь. А она меня к тому времени уже знала. Quantum Break. Библиотека. Акт первый. Нет, это слово акт. Уилл. Знаете, да, с чем ассоциируется? Акт первый. Ты вообще... Поехали. Так. Да, мне да, надо да. К Уиллу и побыстрее. Так, я сразу сказал, что к Уиллу надо. Надо пацана спасать. Эту. Братишку спасать. Так. Ядрить твою мать. Привет, пацаны. Черт. Шиф. Ох, ядра. Ни хрена себе. Ни хера ты вообще. Что это за способность? Ни хера, еще одна фишка. Твою мать, гранату или что бросил? Блин, а я успел переместиться. Ни хера, твою мать. Я так и ни хера не понял. Надо как... попасть в библиотеку. Как я сделал? Ну, еще раз. Туда. Оба-на. Два раза шифт или один раз? А, полностью перезаряжается. А ну вот эта фишка. Бля, пацаны, тут, короче, блин, надо, короче, настроить способности. Потому что расположено на таких дебильных кнопках не очень удобно. Так, так, так. Стрельба, прицеливание. Сейчас разберемся. Заморозка. А, вот это заморозку, короче, на боковую кнопку мыши. Однозначно мышь 4. Хронощит, Ctrl. Блин, а вот это, короче, интересно. Вот это даже интересно. Хронозрение на Q надо поставить. Да нахрен сменить клавиши. А вот эту даже хронозаморозку на F надо, по-любому. На F сменить клавиши. Так, сейчас тут, короче, надо разрулить. Хотя, может быть, пускай будет на этом. F4, хронощит на F. Ура, сколько тут всякой херни. Ядрить твою мать. Так, 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 так. Линия времени. Это еще одна из всякой хрени. Так, Caps Lock, ходьба. Ну, там некоторые есть фишки, которые я не убрал. Ну, нахрен, короче, поехали. Сейчас попробуем. Так. Шевелись, Джек. Сейчас, 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 сейчас. Ага. На Q работает эта тема, способность, хронозаморозка. Теперь хронозрение. А, это хронозрение было. Теперь вот эта фишка. Ни хрена себе, прикольно, короче. И супер это. Опа. Вот это теперь удобно играть, это вообще неудобно. Так, теперь пушечка добавим к этому, к нашему арсенальчику.
Ага, правильно, идем до библиотеки. Что? Вы еще не знали, что Айлдер вам помогает? И не только она. Открывай. По всему универу свет вырубился. Кто-то вырубил. Ёб твою мать, сколько их? Сейчас попробуем способности. Чум! На! Вот это охренеть! Перолочная какая-то. Давай, телепорт! Опа! Охренеть! Способность. Не знаете, что самое сложное, я вам скажу. Использовать все силы одновременно. Стоять. Еще кто внизу, да? Оставайтесь на позиции. Еще как приду. Я иду, сука, молись. Тяжело в голову стрелять, я вам скажу. Мышка не очень слушается. Тут с этим, конечно, намудрили немного. Блин, кто там? Пора бежать. Пора. Кто ж против? Выберите старую. Идем в библиотеку. А я где? Мне надо к Уиллу и побыстрее. Блин, внизу показывает куда-то. На, вот так быстрее будет. На. Так. Ага, вот он. Ведете. Книжки, блин, просроченные. Сдать надо. Штаб, Уильям Джойс доставлен в библиотеку. Ждем приказа. Прием. Уилл. Его увели в библиотеку. Мне надо туда и в темпе. Ну, оптимизировано не сильно. Игра вообще бомба, она слабенькая. Чуть-чуть оптимизации не хватает. Такая процентов на... Должен быть другой вход. На 65 оптимизировано. 35, конечно. Другой вход. Ну, я бы сюда пошел. Это еще откуда? Пробел, чтобы забраться. А ну давай вот так вот. Так бы раньше. Ух ты, сука. Что это такое? Похоже, я не один здесь воюю. Можно по трубе залезть? Хрен там, да? Твою мать. Нельзя, да? Ага. Блин, что, по лесам? Блин, ни хера не понял. Бред. Ну вниз, не? Зараза. Оба на, стоп. Вот эта херня должна приподняться, опуститься, это ж. Где включаешься ты, а? Я так думаю. Начались загадки уже, твою мать. Да я вижу, что наверх. Надо что-то эту херню опустить. Ага, не вылазит. А, черт.
О, стоп. А ведь так можно подняться. Да, наконец-то. Прыжок. Да блин, мне же некогда. Сука, она опустилась, а? Курва. Его бы как-нибудь замедлить. Сейчас попробуем. Раз. Два. Давай. Давай, 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 шоколюра. Да, блядь. Ай, fucking shit, упал. Может, сверху попробовать? Не снизу. И вот так. Получилось. Отлично. Чертова стратегия. Так. Борт один на связи. Перевозим ядро машины времени. Эй! А ну-ка, руки вверх! А ну-ка, пошел ты нахер! А ну-ка, упал! А ну-ка, быстро! Оп! Магия, видал какая? Чего это тут творится? Рука волшебная просто. Я просто нажал на мышку. Все просто. Не переживай. Импи просто с тобой играет. Что? Уильям Джойс доставлен в библиотеку. Ждем приказа. Прием. Интересно, где его брат? Ах ты сука. Ждите там дальнейших указаний. Что? Библиотека готова к подрыву через 5 минут. Библиотека готова к подрыву? Сейчас. Все нормально, расслабьтесь. Понял? Круто, 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 все нормально. Зато есть прикольная тема. У нас у пистолета бесконечной пульки. Это радует меня. Ух ты, сука. Можно разбиться, да? Так, куда тут идти? Сюда? Сейчас начнется. F. А вот и щит. А вот и щит. Понеслась, детка. Ни хера себе. Так, а как его использовать? Сука! Твою мать! Охеренно! Теперь способность... На, сука! Взорвись нахер! Я так понял, тут будет дохерища всяких этих мамонтов. Блин, вот это я врубался, ни хрена, тут текстуры рушатся. Не вижу, не вижу врагов. Щит. Стреляй, стреляй, давайте. Лови киндер сюрприз. Сука, тут опасно. Давай это возьмем. Ты цел? Ты цел. Ох, как ты мне будешь объяснять весь этот бардак? Ох, сука, получится. Сначала выведи меня наружу. Чё, блядь, зачем надо войти, вот? Надо торопиться. Ты сейчас скажи, машину нам надо снять, да? Со своей машиной задолбал уже. Нет, Джек, в ней...
Потом обсудим. Кто? Я оставил чемоданчик в машине. Тут ты, сука, ой, опять со своей машиной. Будь она проклята. Твоя машина. Я не смогу остановить разлом. Это моя штука. Сука, ни хрена вы наглые, вообще хрени. Ага, подавляющий, отсасывающий огонь. Не пробовали? Наверное, передумали. Да, отсасывает, потому что. На! На! Щит я все-таки не зря поставил. Давай, вставай. Больше не осталось? Нет. Сначала ищем мой чемоданчик, а потом Бет Уайлдер. Зачем? Кто она? Она знает про разлом, и я ей верю. Но хоть кому-то ты веришь. Это хорошо, блин. Днище, дай мне права в Дискорде, а там паника у людей. Сань, то, что написано в старом Дискорде, никто не видит. Я понял. Сейчас, секундочку. Там вообще, короче, это надо кляво. Сейчас, секундочку. Там вообще сейчас все лишены прав, короче, именно в том. Ну, короче, сейчас я. Сейчас запущу. Людей паника. Сейчас я тебе, короче, напишу. Так. А, Санёк, ты тут? Саня, алло. Так. Сейчас, ребят, сейчас, секундочку. Санёк, ты тут? Твою дивизию. Так, роли, сейчас. Так, все, поехали дальше. Так.
Заморозил. Так, Артём Пилипенко, привет. Сейчас, ребята, я немножечко там занимался дискордиком. Все, погнали дальше. Что тут у нас? Да, все, поехали. Безопасности? Оглянись. Нострадамус, Клява, обратись, короче. Я не виноват. Бен предупреждал, я тебе дал права там, а в этом старом там сам сказал. С Ляо пообщаешься. Ну да. А как было? И давно ты в курсе? Джек, давай потом поговорим. Сейчас надо найти чемоданчик. Задолбался на чемоданом. Давай патроны. Патрон полный боезапас, это хорошо. Сука, ну игра обалденная. Так, давай. Или будем ждать, пока еще набегут? Да давай, у меня же щит способность, я же авторитет теперь. Джек! Джек! Что это за хрен, Маржоу? О! Джек, нам пора. Погоди! Нихера себе. Пол, что с тобой? Что ты делаешь? Что следует сделать? Подумай об этом, ты не знаешь, что на кону. Прекрасно знаю, именно поэтому я здесь. Я даю тебе возможность передумать. Эту цепочку событий уже не изменить. Прошлое, будущее. Я это вижу. Я это прожил. 17 лет. 17 лет. Это был ты, первый эксперимент. Либо мы будем работать вместе, либо ты умрешь со своей надеждой. Слушай, я сделал устройство, я остановлю разлом. Не остановишь. Чушь какая-то. Хуже ведь не будет. Будет. И поэтому нельзя, чтобы ты мне мешал, Уилл. Все можно решить иначе. Нельзя такого допускать. Я не сдамся. Мне понадобились годы, чтобы укрепиться в решении. Но у нас их нет. Стой, стой, погоди. Взрывайте. Я этого не хотел. Круто. И прикладом по кабине. Акт первый. Конец первого акта. Если это первый акт такой, я, блин, даю аплодисменты. И четкая пятерочка. Считаю такой, блин, неплохой. Ну, лично для меня. Это, конечно, свой вкус, но... для меня вообще просто шутки блеск. Через 25 часов после... Меня зовут Пол Сайрин. 17 лет назад я основал Monarch Solutions с одной четкой целью. Кое-кто из вас будет сомневаться в верности моих поступков. Эта запись — мое последнее оправдание, объяснение того, как все произошло. Я посвятил задаче всего себя. Никогда не отклонялся от цели, невзирая на жертвы. Потому что видел исход. Я видел, как все кончится. Есть проблема. Нет вестей о Джеке Джойсе. Его уже должны были привести. Возможно, среди нас предатель.
рутина процедуры. Я найду причастных. Найди Джека. Отправь лучших людей, это главное. И еще. Как ты понимаешь, вмешательство Джека привело к осложнениям. Свидетелей из университета привезли сюда. Займись ими. Конечно, займусь. На данном этапе заминки недопустимы. Я круто, теперь я этим, блин, чуваком, короче, может... играю. Пока. Уроки, так. Устранить свидетелей. Но в этом случае возникнут вопросы. Люди могут ополчиться против монарха. Или я могу развернуть широкую пиар-компанию, привлечь горожан на нашу сторону, но в этом случае останутся... Незаметенные следы. Именно. Решать тебе. Но помни, твое решение люди расценят как стратегию действий всей компании. Когда сможете подготовить ядро к перевозке? Где-то через час оно будет на пути в главный офис. Установку закончат еще до начала приема. Хорошо. Предлагаю разобраться с текущими делами. Вон там Лиам Бёрк. Он подробно объяснит ситуацию. Так. Да, конечно. Карта. Джек был у нас в плену. Но, судя по моим видениям из будущего, он очень скоро должен был сбежать. Сэр. Кто это? Эми Феррера. Одна из свидетелей. Ждем ваших указаний. Феррера. Пол, ты должен решить, что делать со свидетелями. Каким нахрен образом? Мне даже самому интересно. Тут же ничего нету такого. Так. Время идет. Нужно решение. Блин, так ни одна кнопка ж не действует, мать твою. Если бы оно тут помогало. Какая-то херня, короче, а? Да, блин, давай уже что-нибудь с ней делать. Прикинь. Это интересно, интересно. Активируйте развилку. Какую нахрен развилку, интересно. Прикольно. Оба-на. С усилением хроносиндрома росли и мои способности. Я мог выбрать один из двух возможных вариантов развития событий. Обязан был выбрать. Время застывало до тех пор, пока я не приму решение. Ни хрена себе. Решение, принятое вами на каждой развилке, отразятся как на сюжетной игре, так и на сюжете сериала. Охренеть. Выбирайте с умом. Жесткий подход. Д. Запустить пиар-компанию. Сделай заявление. Виноват в которых Джек Джойс. Монарх запустит пиар-компанию и убедит людей встать на нашу сторону. Мы получим власть ценой лжи. Поиски продолжаются. Власти ищут Джека Джойса. Эй, там внизу кто-то крадется!
Это, кажется, Джек Джойс! Публично разоблачим Джека и устроим на него охоту. Охренеть, тут что бы не выбрал, ты все равно будет тебе хреново, короче, главному персонажу. Но останутся свидетели. Джек все равно узнает все наши тайны. Ни хрена себе. Класс. А если эту выбрать? Вот, все, сука, первый раз играю против интересного. Стойте! Монарх займет жесткую позицию. Устранить все препятствия и свидетелей. Прольется кровь. Но мне не впервые было принимать тяжелые решения ради высшего блага. Я тут порылся и собрал, что мог о твоем брательнике. Черт, и что? А я еще доверял монарху. Но жители Риверпорта ополчатся против нас. Убийца! Мы сохраним свои тайны, но люди нас возненавидят. И у Джека появятся новые союзники. Монарх не имеет права вас останавливать. Так всем на мосту и передайте. Я выбираю убить нахрен и в дальнейшем, чтобы выиграть войну, союзников заиметь. Вот так вот. Действуем жестко. Любые угрозы нашему плану должны быть устранены. Ну а что ты хотела, дед? Отведите ее и остальных в эпицентр. И да, не затягивайте. Нет, постойте. Умоляю! Все, некогда умолять. Пожалуйста, нет! Умоляю! Помогите! Все, все. Джек! Выхода нет. Я пойду через машину. Пол, подожди, нет! Джек! Сюда! Джек! Мои способности поведут нас. Помогут решить, как подготовиться к неизбежному концу времени. И у некоторых будет шанс выжить. Я видел конец времени. Развилка – жесткий подход. Да, в арматку лучше. О, синдикат, привет синдикату. О, да, что вам там интересно смотреть пару арматку? Так, ну что, ребят? Не знаю, может быть, арматку катну, конечно. Многие все хотят арматку, хрен его знает. Хотя сегодня много слива вообще в армате. Не знаю, даже играть не играть. Но по Quantum Break, наверное, пока остановлюсь. Первые такие впечатления для меня лично 5 из 5 ставлю вообще, короче. Именно по сюжетной линии. В плане, конечно, оптимизации, то нет. Наверное, где-то, ну, до четверки, так, в натяжку, короче, до четверочки, до пятерки не дотягивает. Есть свои нюансы, бывают прорывы в звуковом движке немного. Вот, и учитывая, что даже при хорошем компьютере все равно где-то есть такие лаги, небольшие. И настройки приходится в некоторых моментах убирать. Ну, игра того стоит, даже если, блин, во-первых, так ее, в принципе, не знаю сейчас, там, есть ли Тора на торрентах скачать. Но если есть возможность купить, то, блин, игра такая. Стоит того, чтобы ее, в принципе, купить, учитывая со скидкой. Вот. Так что на этом все. Посмотрим по армате, может, чуть позже по армате и будет. Решим. Вот. На этом пока все по Quantum Break. Всем спасибо, кто приходил. Всем пока.